Из поучений святого Иоанна Златоуста на книгу «Деяния апостольских». «Пусть никто не говорит, будто Бог есть виновник наших грехов, потому что не подверг нас наказанию и мучению. Скажи мне, если какой начальник, имея в руках своих убийцу, отпустил его, то может ли он считаться виновником последующих убийств? Нисколько. Как же мы сами, дерзая нечестивыми устами своими оскорблять Бога, не боимся и не трепещем? И чего не скажут, чего не произнесут, он сам, говорят, попустил им. Надлежало наказать их, если они достойны того, не раздавать им почестей, венцов и преимуществ, а подвергнуть наказанию и мучению. Не делая с ними ничего такого, но вместо того удостаивая их почестей, он и делает их такими. Нет. Прошу и умоляю, пусть никто не произносит о нас такого отзыва. Лучше тысячу раз быть зарыту в землю, нежели допустить, чтобы о Боге говорили так из-за нас. Иудеи говорили ему, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. И еще, если ты сын Божий, сойди с креста. Матфея 27:40. Но то богохульнее этого. И так, чтобы из-за нас не могли называть его виновником зла, и чтобы за это самое богохульство нам не подпасть наказанию, так как вас ради говорит он, имя Божие хулится у язычников. Римлянам 2 глава 24 стих. Постараемся, чтобы говорили противное, проводя жизнь достойно призывающего и приступая к крещению сыноположения. Поистине, велика сила крещения, оно совершенно изменяет сподобившихся этого дара, и люди через него перестают быть теми же людьми. Пусть же Елену верует, что велика сила Духа, потому что она преобразовала, потому что пересоздала. Зачем ты ожидаешь последнего издыхания, как беглый раб, как злодей, как будто не обязанный жить для Бога? Зачем ведешь себя по отношению к нему, как бы к какому жестокому бесчеловечному властителю? Что может быть холоднее, что жалче принимающих крещение в такое время? Бог сделал тебя другом и удостоил всех благ, чтобы и ты со своей стороны явил дела друга. Скажи мне, если бы ты причинил кому-либо великие обиды и оскорбления, и после множества сделанных ему неприятностей впал в руки обиженного, а он вместо того почтил бы тебя, сделал бы соучастником всех своих благ, за самые обиды, нанесенные ему, увенчал бы тебя между друзьями своими и сказал бы, что считает тебя за родного сына, и потом внезапно умер, не почел ли бы ты этого потерю? Не сказал ли бы, я желал бы видеть его живым, чтобы воздать ему должное, чтобы возблагодарить его, чтобы не оказаться недостойным предблагодетелем. Так поступаешь по отношению к человеку. А по отношению к Богу, почему стараешься устроить так, чтобы не воздать благодетелю за столь великие дары? Нет, ты тогда и приступи, когда можешь воздать ему со своей стороны. Зачем ты убегаешь? Так скажешь, я не могу соблюсти заповедей. Но разве Бог заповедал невозможное? Оттого извратилось все, оттого и растлелась вселенная, что никто нисколько не заботится жить по Боге. Оглашенные, питая такие мысли, не обнаруживают никакого попечения благочестивой жизни. Искрещенных одни приняли крещение в детстве, другие в болезни. И так как не имели никакого усердия жить для Бога, то по выздоровлении тоже не прилагают заботы. Иные приняли в здоровом состоянии, но и они обнаруживают мало заботы. И они имели пламенное усердие в то время, впоследствии же угасили свой пламень. Разве тебе не позволяется заниматься делами? Разве я отвлекаю тебя от жены, удерживаю тебя только от прелюбодеяния? Разве от пользования имуществом, от любостяжания только и хищения? Разве принуждаю раздать все, только немногое по мере возможности уделять нуждающимся? Ваш избыток, говорит апостол, в восполнение их недостатка. 2 Коринфянам 8:14. Ну и таким образом мы не убеждаем. Разве принуждаем поститься? Запрещаем только предаваться опьянению и пресыщению.
Устраняем то, что причиняет тебе бесчестие, что и сам ты еще здесь, прежде гиены, уже признаешь постыдным и нечестивым. Разве запрещаем веселиться и радоваться? Только бы это было не постыдно и не бесчестно. Чего ты боишься? Чего страшишься, чего трепещешь? Где брачная жизнь, где доброе употребление имущества, где умеренность пищи? Какой там повод к греху? Внешне язычники повелевают противоположно и их слушают. Они требуют не по мере возможности, но говорят, столько-то надобно отдать. И хотя ты ссылаешься на бедность, не отступают и тогда. А Христос не так. Дай, говорит, из того, что имеешь, и поставлю тебя в числе первых. Еще те говорят, если хочешь быть славным, оставь отца, мать, родных, домашних. И будь при царском дворе, перенося труды, испытывая оскорбления, раболепство, не имея покоя, претерпевая множество неприятностей. И Христос не так. Но будь в своем доме с женой, с детьми и устраивай дела свои так, чтобы проводить жизнь спокойную и безопасную. Так скажешь. Но тот обещает богатство, а он царство. Или лучше, вместе с тем и богатство. Он говорит: ищите же прежде Царствие Божие, и это все приложится вам. Матфея 6:33. Тот обещает богатство не в виде прибавления, а он еще нечто прежде этого. Я был молод, говорит Давид, и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящим хлеба. Псалом 36:25. Начнем же жизнь добродетельную. Положим ей начало, только приступим к ней, и увидишь, сколько в ней благ. Аминь.